Друзья, всем привет! Значит, наконец-то это видео. Дошли у меня руки до него, чтобы запилить, скажем так, да. По поводу расхода топлива на Renault Logan. Значит, получается, я купил автомобиль в субботу. Резерв горел, лампочка. Забирал автомобиль из автосалона. И в воскресенье я уже на следующий день поехал его благополучно, скажем так, обкатывать, да. Заехал я на заправку. Это ни разу не реклама. Просто заправляться решил на именно заправки, которые газпромовские, не Газпром нефть, а именно Газпром, там заисковский бензин 95-й, ну, он меня, скажем так, радует в полном смысле этого слова своим качеством. Вот, и можно без опасения заправляться и эксплуатировать автомобиль, чтобы не было, скажем так, нюансов по поводу форсунок и топливной системы. Вот. Значит, заправился я до полного бака, то есть резерв горел, я не знаю, сколько там мне с салона было залито бензина, но резерв горел, и двумя заходами я заправил в автомобиль 56 литров 390 грамм, это по чекам. То есть больше никаких других возможностей еще как-то долить в бак не было. То есть получается, кроме самого топливного бака, я еще и заполнил весь этот, значит, все это пространство, весь этот рукав, колено, как хотите называйте, вот, до заливной пробки. Прям вот, ну, как говорится на сленге, всклень. Значит, по деньгам ушло, там у меня заправится это 2446 рублей 76 копеек, со скидкой. Бензин стоил тогда 95-й 43 рубля 39 копеек. Я, естественно, пользуюсь шпаргалкой, так как все абсолютно запомнить невозможно и выучить наизусть не хочется. Дальше получается, я доехал до, скажем так, следующей заправки, вот, проехав 550 километров, и там на канале есть видео, которые так и называются, про расход топлива. Они в плейлисте, в принципе, все сидят. Плейлист по поводу вот этого автомобиля я создал, показываю, рассказываю, кому интересно, смотрим. Если хотите поддержать, ставьте лайк, буду признателен вам за это. Ну а так, рассказываю всем о жизни этого автомобиля, о, значит, процессе эксплуатации и, собственно говоря, в какую эта копеечку оборачивается для конечного потребителя, то есть хозяина. Значит, проехал я после полной заправки 550 километров и опять на газпромовской заправке, но уже был бренд Газпромнефть, по той же самой дедовской технологии я заправился 29 литров 870 грамм, опять 95-го бензина, по цене 45 рублей 60 копеек. Ехал, да, кстати, по поводу расхода топлива, ехал я там, опять-таки, на канале это есть, присутствует, там все четко видно, все заснято. Скоростной порог у меня был между 80 и 90 км в час. Ну, скажем так, по спидометру средняя скорость получается, все равно среднестатистическая скорость у меня получается 85 км. Потом, значит, следующая заправка, это у нас получается была в Миасском, это уже
Челябинская область. Там 95-й, к счастью, был 40 рублей 50 копеек. Зашло 33 литра. Но тут еще надо отдать должное, что я в машине ночевал. То есть машина тарабанила, ну, чтобы было комфортно, тепло. Вот. Я не засекал, сколько в итоге по времени она там на холостых работала, сколько это израсходовалось. Ну, не суть. Потом, значит, я проехал до... Есть такой населенный... Ну, заправка такая называется... Травник Ойл, и там я тоже заправил 16 литров 850 грамм по 30 рублей 30 копеек. Значит, итого по бензину на расстояние 1845 километров я затратил 136 литров 400 грамм, ну плюс-минус там 100 грамм на погрешность, пускай будет 136,5 литров 95-го бензина. Значит, в общем-то, в сумме по всем затраченным деньгам в один конец на топливо получилось 5829 рублей 26 копеек. И того получился у меня километр, стоил, мне обошелся 3 рубля 16 копеек. И, значит, расход бензина 6 литров в среднем получался у меня при движении со скоростью 85 км в час. Ну, это еще нужно отдать должное, что расход слегка увеличился, благодаря чему? Тому, что я еще ехал по Уралу. Вот, уральские горы все-таки на себя немножко расход вытянули. Далее, значит, обратно я уже использовал метан, вот, и у меня немножко расход уже изменился, в смысле стоимости расход изменился. На самом деле, по поводу расхода метана, то есть среднестатистическая величина расхода на 100 километров, есть отдельное прям видео, я его выложил отдельным прям видео. Для чего? Для того, чтобы видно было и понятно. У меня получилось там, ну, 6. Значит, теперь по расходу метана. Метан, ну, как всем известно, дешевле гораздо, кратно, да, несколько раз бензина. Ну, здесь в Сургуте 17,65 куб метана стоит. Значит, в обратный путь я затратил пробега по километражу 1950 у меня получилось. Вот. Немножко там по Челябинску поездил, покрутился. Ну, в общем, в сумме по деньгам на обратную дорогу у меня ушло 3292 рубля 85 копеек. Из них, из этих денег у меня ушло 1450 рублей, это бензин, и 1842 рубля 58 копеек, это стоимость метана. Все-таки разница чувствуется, в смысле, не в пользу бензина. Смешанный расход, имеется в виду смешанный, потому что невозможно проехать этот отрезок пути полностью на метане. Смешанный расход 3292 рубля 85 копеек. Можно округлить 3300. А если ехать на одном бензине, 5829 рублей 26 копеек. А если округлить, то получается 5830. Вот. Разница, ну, не 100%, но близко к этому. Вот. Причем, если бы была возможность ехать только на одном метане этот же отрезок пути,
Я думаю, что разница была бы не 100, а 150 даже процентов. По расходу, значит, самого метана есть отдельное видео, соответственно, прям где я показываю, сколько я заправил полностью, значит, баллон метаном. И в итоге в оконце, ну, одометр скинутый на ноль, естественно, и в итоге, когда, значит, установка отключается, я перешел на бензин и еду, тоже снимаю. Там получилось 415-417 километров. Опять это зависит, очень сильно зависит от метеоусловий, от времени года, от дорожной обстановки, то есть сам по себе трафик какой. Соответственно, расход идет только лишь, речь идет о расходе только лишь по трассе. Вот. И то есть у меня получился, ну, в районе 6 литров, 6 кубов на сотку расход. Вот. Это, естественно, с очень плавными ускорениями, практически нулевыми замедлениями и обгон. Там отдельное вот прям видео есть. Если, ну, посмотрите, я вставлю обязательно ссылочку в описании внизу под видео, там увидите. Вот такой вот расход метанчика, такая стоимость. Это ни разу не реклама, это просто мой личный опыт по поводу эксплуатации автомобиля на альтернативном источнике топлива. Я не топлю за то, чтобы все, соответственно, переходили на этот вид топлива, просто рассказываю, показываю, делюсь своим опытом эксплуатации данного транспортного средства, не более того. Двигатель у меня 1.6, 8-клапанный, 84 лошадиных силы. Все, всем большое спасибо за просмотр. Можно писать комментарии, какие вы там посчитаете необходимым под видео. Ну, ставьте лайки. Можно дизлайки, если есть желание огромное. Всем спасибо. До свидания. Всем мира, добра, удачи, здоровья.